Почанга! Друзья, всем привет! И маленькое такое объявление. Дело в том, что недавно, если вы помните, я вам давал послушать песню моего бойца, которую еще сказал, послушайте, подумайте, может быть, что-то в голову придет, какие-то идеи клипа, какие-то мысли. Поэтому в связи с этим хочу, во-первых, сказать большое спасибо всем тем, кто прислал идеи, мысли, кто просто посмотрел, кто просто послушал, кто просто написал комментарий. В общем, всем спасибо. Теперь тема такая. Дело в том, что сейчас мой боец написал новую песню и написал эту песню для Евровидения. И также он эту песню для Евровидения уже отправил. Но есть маленькие моменты, которые возникли. И вот с этими моментами я вас сейчас познакомлю. Всем привет, банда Анзора. В общем, как Анзор уже сказал, я записала новую песню для Евровидения и уже послала в некоторые страны. Дело в том, что я узнала совсем недавно, что можно участвовать в Евровидении, то есть послать песню не только в одну какую-то страну, а в принципе во многие страны можно послать, и эта песня будет презентовать эту страну, если она там выберется. Получается так, что я знаю только несколько конкурсов, которые проходят в национальном плане, то есть в масштабе. Дело в том, что они все называются по-разному. Например, в Швеции этот конкурс называется «Мелодия фестиваля», то есть это значит «Фестиваль мелодий». Поэтому язык как бы мне знаком, поэтому я его легко нашла. Но, например, в Италии я не знаю, как он, этот конкурс называется, поэтому или в Испании, или в Германии. Поэтому мне сложно его найти, так как, во-первых, мне надо знать для этого чужой язык иностранный еще. Я физически не могу в течение нескольких недель выучить 30 языков, чтобы поучаствовать в Евровидении от всех стран. Поэтому я очень нуждаюсь в вашей помощи. Если вы, например, живете в какой-то европейской стране, которая участвует в Евровидении, которая будет участвовать в Евровидении в 2014 году, если вы можете найти национальный конкурс, который будет проходить в этой стране, да, и послать мне ссылку на этот конкурс, то есть на сайт конкурса, чтобы туда можно было загрузить песню. На данный момент я загрузила песню от Швеции пока что. Потом я нашла конкурс от России, но туда не загрузила, не хочу посылать туда песню, так как там очень-очень сложные условия. Ну и пока что все. Поэтому если у вас, вы знаете или можете узнать на языке в той страны, в которой вы находитесь, живете, или, может быть, просто знаете, как этот конкурс называется, пожалуйста, напишите мне как можно быстрее, потому что конкурс Евровидения, вот этот национальный отбор, он заканчивается где-то в сентябре, в октябре. То есть в каждой стране по-разному, конечно, может быть, даже и до ноября дотянет, но лучше, чем быстрее, тем лучше. Спасибо большое заранее, и, конечно, если эта моя песня туда пройдет, то тот человек, который мне помог, обязательно получит пригласительно на мой концерт. Ну, спасибо. Ничего себе, пригласительно на концерт. Нормально. Друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Очень даже хороший.